Зарядить мотивации и настроить на победы. В гости гимнастка Мурманской области приехали именитые тренеры. Подробности далее. Ровная спина, ноги напряжены, носки натянуты. Гимнастки Мурманской области усердно занимаются на весенних сборах под руководством известных наставников. Лауреаты международных всероссийских конкурсов балета и хореографов Надежды Юрковой и тренеров Центра олимпийской подготовки Натальи Либерман и Дианы Симошиной. В рамках профильной смены в Центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Мурманской области «Полярная звезда» гости не в первый раз приезжают в регион, чтобы поделиться знаниями и лучшими практиками. Данные сборы помогают еще нашему педагогическому коллективу, ведь вывести всех наших педагогов – это очень дорого. А здесь есть возможность присутствовать всей области, обучаться, что-то записывать для себя, что-то освоить и в дальнейшем использовать в работе с нашими гимнастками. В течение 6 дней гимнастки активно занимаются. 3 часа в утреннее время и 2 часа в дневное. Они оттачивают упражнения, учат новые связки, а также готовят показательное выступление. А задача у меня здесь была глобальная – научить детей чувствовать свое тело и находить те точки опоры, которые им дадут в дальнейшем устойчивость, равновесие, которые их потом в дальнейшем помогут им взлететь в воздух буквально, потому что они должны там парить, элементы у них сложные. Те, кто отлично себя проявит, имеют возможность попасть на обучение в Центр олимпийской подготовки в Москве. Важны как личные способности, так и характер и упорство, которые дети готовы проявить. К слову, у именитых тренеров уже есть претендентки. Мы отсматриваем хороших, перспективных детей с хорошими данными, физическими и внешними. Мы их приглашаем на стажировку. Они у нас в Москве на 5-6 дней стажируются, набираются опыта. Мы их там готовим, помогаем, обучаем и возвращаем. Уже с самого раннего возраста девочки понимают, что будет нелегко. Необходимо усердие и трудолюбие. Но желание быть причастными к одному из самых красивых видов спорта берет верх. А еще стремление к победам. Я бы хотела бы медаль олимпийской чемпионки. Я хочу еще раз ездить на высокие соревнования во дворец Рины Винер. У спортсменов не бывает долгих перерывов на отдых. Как говорится, лучшее время начать готовиться к соревнованиям было вчера. И потому после насыщенных сборов они продолжат заниматься в своем режиме.